Свято-Успенская церковь на сегодняшний день является действующей православной церковью с архитектурой готического костела. Изначально это и был костел, который строил в память своей безвременно ушедшей супруги местный дворянин Лопатинский. Власти были против, так как в те времена в Российской империи проводилась кампания против католического влияния. Несмотря ни на что, в 1857 году строительство красивейшего здания было окончено. Но и правительство не сдавалось. В 1865 году костел забрали. И в 1872 году переосвятили в церковь. Здание сохранило до наших дней свой первоначальный вид готического костела. Город Миоре расположен на берегу Миорского озера. Первые документальные свидетельства датируются 1514 годом, когда поместье Миоре входило в состав территории Великого княжества Литовского. Название переводится с финно-угорского как «озеро на низком месте». Деревня Иказнь расположена в непосредственной близости с озером Иказнь. Первое письменное упоминание Иказни датируется 1499 годом, когда эти земли приобрел браславский староста Иван Сапега. 25 марта 1504 года великий князь литовский Александр Ягеллончик дозволил ему основать здесь замок и местечко. Замок до наших дней не сохранился. Православная церковь в Иказни была построена в 1905 году для укрепления русской православной веры в северо-западном крае. И освятили эту церковь в честь Николая Чудотворца. На месте старого деревянного костела в 1912 году построили каменный, освятили его в честь Божьего тела. В 1948 году он был закрыт и превращен в зернохранилище.
но в отличие от других закрытых костелов, внутреннее убранство никто не трогал, сохранились даже старые росписи. Город Браслав расположился на севере страны. Со всех сторон его окружают леса и живописные озера, благодаря которым, кстати, Беларусь часто называют Синеокой. Город этот древний, со своей богатой историей. Первое письменное упоминание о Браславе датируется 1065 годом. В 14 столетии город стал частью Великого княжества Литовского, а в 1500 году получил Магдебургское право. Каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы построена в 1897 году, является памятником архитектуры ретроспективно-русского стиля. Костел Рождества Девы Марии был построен в 1820-х годах. Сакральное сооружение выстроено в неороманском стиле с применением традиционной для Прибалтийского региона техники чередования красного кирпича и каменных валунов в кладке. Внутри храма хранится ценная реликвия – икона Матери Божьей Браславской. Чуть в стороне от костела стоит очень любопытное сооружение, сделанное в форме ковчега. Каждый год на этом месте проходит большой католический праздник – коронование Божьей Матери. Озеро Древяты – наиболее крупное среди Браславских озер и пятое по величине в Белоруссии, является центром национального парка Браславские озера. Городок Опса расположен на берегу озера Опса, недалеко от точки схождения границ Беларуси, Литвы и Латвии. Основной достопримечательностью городка является костел Иоанна Крестителя, построенный в 1887 году. В письменных источниках Опса впервые упоминается в 1500 году, когда великий князь литовский Александр Ягеллончик передал Опсу во временное пользование смоленскому князю Глазыню, земли которого в то время были заняты русской армией. Костел Рождества Девы Марии считается самым высоким в республике.
По некоторым данным, его высота составляет 76 метров, по другим данным – 59. У данного храма интересная и в то же время стандартная судьба, как и у остальных на Беларуси. Построен костел в 1914 году архитектором Матулевичем из Вильны. Во время Первой мировой войны из-за своего высокого силуэта костел служил отличным артиллерийским ориентиром на местности, за что и получил достаточное количество снарядов в свои стены. Сейчас видны пробоины от снарядов еще тех времен. Костелу досталось очень прилично. В 1950 году костел закрыли. Советские власти отвели ему роль склада для льна, а затем просто спортзала местного училища. В 1989 году костел вновь заработал, а в 1994 году был освящен Казимиром Свентком. Поставы – старинный торговый город, впервые упоминается в 1409 году. В поставах сохранились дома старинной городской застройки. Без труда можно представить себе, как город выглядел в прежние времена. Уютной и домашней смотрится церковь Николая Угодника. Белокаменное здание церкви оттеняет голубой шатер колокольни. Николай Чудотворец, которому посвящена церковь, любим в народе за свою доброту, помощь бедным и заступничество за обижаемых. Поэтому и никольские храмы всегда радостные, светлые, веселые. Ретроспективный русский стиль очень хорошо подходит именно для такой церкви. Знаменитый красный костел святого Антония Падуанского привлекает множество паломников и туристов. Храм построен в неоготическом стиле в конце 19 века. Белоснежная статуя Спасителя благословляет верующих на входе в костел.
Каменный крест 15-16 веков находится в самом центре поселения, в 20 метрах от костела Иоанна Крестителя. Костел Иоанна Крестителя – один из немногих на территории Беларуси, который никогда не был закрыт. Этот факт, учитывая его солидный возраст – 400 лет, делает храм уникальным. Даже при коммунистах костел действовал благодаря хорошему отношению властей к местному ксёндзу Булько, который во время войны спас от немцев известного партизана. Внешний облик памятника суров, он совершенно лишен декоративных элементов. Единственным украшением являются 4 арочные ниши, расположенные в верхней части главного фасада.